Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Garand Tank. Первый день, забираем с тобой гемы. Всего лишь 5 штучек. Как ты помнишь, нам дали с тобой вот такой вот танк. Не знаю, хорош он или не хорош, но он очень большой. И если сравнивать, ребята, его именно вот с нашим вот этим танком. Этот маленький, челябинец, да? Плюс, так, у него броня, пушка. А если мы сейчас... Блин, ну так себе, и бустера никакого нету, понимаешь? Нету бустера. Вообще ни одного. За 40 этих можно купить. Эх, была не была. Так, ну что, выберем с тобой режим. Режим у нас какой есть? Аркада, естественно, да. И мы, наверное... Так, поле сражений. Тут, короче, 18... Это проигрыш или побед? Пока непонятно. Но, насколько я помню, ребят, мы больше проигрывали с вами, чем выигрывали. А где аркада? Аркадный режим. Поля сражения. Это все понятно. Это онлайн-онлайн. А мне бы обычненький. Обычный. Просто обычный режим, друзья. Куда? Куда я нажал? Ну, что я выбрал? Какой режим? Блин. Режим засады я, походу, наверное, взял. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, давай, прогружайся. Бэмс, бэмс. Так, подожди. Блин, у меня кнопки, ребят. Нет, все нормально. Я думал, кнопки поменялись. Ну? Я попадаю по нему, ребят. Попадаю, и очень даже круто. Очень круто. На. Слушай, по-моему, победа будет здесь за нами. Изи. Так, повышение уровня плюс 4. Дайте мне хоть 100 монеточек, пожалуйста. Дайте мне 100 монеточек. Давай сразу очередной следующий бой. У нас тогда тоже начиналось так, вроде бы, казалось, все легко и просто. А потом как влуплять начали, что я только и делал, что улетал. В бой. Давай. Навскидку. Да что ты будешь делать-то? Опять тот же самый, да? Надо брать навесиком, ребята. Вот такую вот позицию я возьму для себя, более удобную. А у него защиты есть? Нету? Слушай, он... Ха-ха-ха. Давай, давай, а что ты съехал-то? Стоял бы там, что-то нормально было. Местечко мне очень нравилось. Что-то суетится, суетится. На тебе, в конце концов, досветился, Гексли. Повышение уровня плюс 7. Ну, смотри, давай еще разок. Авось повезет, а? А у нас все время-то, заметь, да? В России, авось. Да, абы как. Вот в это мы и верим с тобой. В авось, да, в абы как. Ну где ты там? Клыщ. Я жду тебя. Ага, он тоже нашел, ребята. Хе-хе-хе. Меняет, меняет. Дислокацию меняет, ребята. Оу. Слушай, так где парень... А он сам виноват, друзья. Ну что, 100 монет мы с вами выиграли. Поехали дальше. Пока неплохо идет. Пока нам везет. Так, кто же будет следующим у нас противником? Слушай, а вот этот танк, ты заметил? Он очень быстрый, кстати, вот с которым мы сейчас только что воевали. Хавк. Какой-то ястреб против ястреба. Даже боюсь представить, кто здесь у нас. Ого! Ты где ж такой парень танк-то взял? Крутой. Не, серьезно, у него крутой танк. Ну, по-моему, его крутизна, ребят, сейчас закончится. Да. Вот и нету хавка. Угу. Так, поехали. Серия побед. Слушай, если мы сейчас еще с тобой выиграем, это будет круто. А лучше, конечно, выигрывать вообще до бесконечности. По крайней мере, я этим танком хоть немножко приноровился. Я уже понял, на какую позицию примерно вставать, чтобы наносить определенный урон. Видимо, он тоже, да, прочухал. О-о-о-о-о! Мы с этим уже встречались. Куда ты? Ты, дурачок, куда? Ну, я подожду, мне-то, в принципе, чё? И последний, да.
Итак, Илья Новоселов взлетел на воздух. Еще немножко и 300 монет в кармане. И это меня радует. Так, ну это у нас ПВПшка все-таки, это не аркадный режим. А мне хочется в аркадочку. Ладно, давай сейчас получим с тобой монетки и... О, тут вообще все, все разрушено. 1, 2, 3, 4 К. Смотри, 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 смотри. Это, по-моему, такой же, как у меня танк, ребят. Так, ну здесь беда в том, что он-то по мне достает. А я-то по нему нет. Он еще делает. Че сразу заерзал? Заерзал, заерзал сразу же, ребят. Блин. Ну, его спасло то, что у него щит был. Вот и все. Ах ты, елки-палки, да? Играть снова? Нет, не хочу я играть снова. Дай мне в менюху, пожалуйста. И... режим. Игра на прохождение. Вот. Аркада. Все. Так, подожди, я выбрал свой танк вот этот, да? Здоровый, да? Блин, а он же без щита. Оу! Ты что такое-то, эй? Друзья мои, ну как хорош. Какие у меня нафиг друзья еще, к тому же. Нашел тоже мне друзей. Так что такое, что за хламон? Я таких не знаю, в гости мы не звали. Ой, тебя я помню. Ты плохо кормишь. Все. Ага. Ну, у этого, ребята, я прям не знаю, имба какая-то, дуло именно под меня подсвечивается. То есть, где бы я ни стоял бы, он всегда будет в меня попадать. Ага. Так, сейчас этого малыша... изи. Ух. Нормуль. Так, их 8 всего, да, танков, по-моему. Кто там, что там за пулеметчик? Точно пулеметчик. Стоит. Куда-то в небо там стреляет. Дурилка деревянная. Так, ну что, мы ждем босса, друзья. Ждем босса, и босс не заставил себя ждать. А это кто? Каратель! Иди ты! Да хорош! Вот это, ребята, да, вот это каратель. Фига, может быть, мне взять лучше моего малютку, а? Челябинца. Как ты думаешь, чё так быстро, нифига себе. Да это, друзья, я сам виноват. Мне надо было отходить назад и строчить. Он, ну, во-первых, я не знал, да, что он делает, что он из себя представляет. Теперь я буду знать, что он просто бомбашит по прямой своими... Да иди ты. Я даже не вижу, ребята, кто там выходит, но я знаю, что мы разносим эти танки. Еще даже не, не видя, кто. Ну. Ага. Ты подталкивает его, да, типа, иди давай быстрее. Ага, раз. И два. Так, у нас там какой-то стрелок. Сейчас я его попробую вот отсюда нахлобучить. Надо, наверное, чуть подальше немножко встать. Вырубил. Так, до карателя еще два танка нам нужно уничтожить. Раз. И два. Так, последний, где там? На! Все, друзья, сейчас выйдет каратель. Короче, сразу отъезжаем. Я не знаю, там прячемся. Фиг знает, где и что, и куда. Сматываемся. Потому что... А, нет, в этот раз не каратель, а... штурм. Ну, со штурмаусом-то будет нам попроще с тобой. Чего уж тут говорить. Тут вот так вот просто бомбашишь. Нет, не так вот. Вот так вот. Вот и все. И он ничего нам не сделает. Он доедет, конечно, будет ехать к нам сюда. Попал еще.
Встань сюда. Сейчас буду его обстреливать. Вот так вот, навесиком. Вот и все, друзья. Победушка. Играть снова. Зачем мне играть снова? Ага. Так, у нас с тобой два сундучка. Давай-ка посмотрим. Монетки. Уровень 0. Одна карточка из трех. Еще. О, ну это, ребята, прокачка на челябинцу у нас идет. Эх, конечно, хотелось бы, ребята, хотелось бы. Может быть, нам взять челябинец лучше? Нет. Меня этот танк устраивает. Очень неплох. Довольно неплохая атака. Ну, у челябинца есть защита. У этого пока нету никаких эй! Фига. По прямой это ты, конечно, тут, я смотрю. Будь здоров. Ну. Так, тут пулеметчик еще, да? Задрищев. Иди отсюда. Так, будем с тобой навскидку. Вот так вот бомбашить. По-моему, я по кому-то там попал. Ага. Я кого-то там на опережение, ребята, бомбанул. Пулеметчик Джо. На. Давай, давай, друг на друга, едь. А какой там еще режим? Кривые дула, да, у нас был? Да, у нас еще был режим кривые дула. Слушай, все, 8 танков подбили, теперь ждем босса. Надеюсь, это не каратель. Давай вот этого Мауса. А-а-а. Патун. Бадун, ё-моё, а не Патун. Не понял. О, достаю. А, отлично. Двигается в мою сторону. И двигается, да? На-ка, выкуси. Есть, ребятушки. Так смеется. Ну что, играть снова? Играть снова, это значит, ребята, следующий поединок. Сразу же. Я раньше думал, что это типа переиграть уровень. Нет. Да иди ты. Стрелок. Никчемный. Так, еще кого-то подбил, прикинь, вдалеке. Даже не видя. И еще. То есть уже троих. Меня вот так вот устраивает. Едешь себе. Ой. Давай, 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 давай. Yeah. Так, 4-5 уже. Ага. Итого уже 6. Так, стрелок. Попадай, по-моему, да? Ага. 7 и последний. Где ты там у нас? Как тебе тут? Хорошо устроился, да? Засел в окопчике, гаденыш. Попробуем так его выкурить. Блин, наверное, не получится. Да чтоб тебя, а. Давай, давай, давай. Ну, выезжай. А если так? Не поп... Во-во-во-во-во. На! Хмыреныш. Танк еще с каской такой. Так, кто у нас тут? Ой-о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 й. Это каратель, ребята, сматываемся. Сматывайся, говорю, блин, стоит там. Так, его патроны пролетают мимо. Так он вообще, он, по-моему, даже не двигается. Он даже не едет, походу. Ты посмотри, как он влупляет. Надо повыше, может быть, взять. Ух. Сейчас, секунду. Смотри, что он делает. Он вообще в небо стреляет. Да я даже не подъеду к нему, прикинь. И как же мне его бомбить? А, друзья, вот скажите мне, как его бомбить? Он просто обстреливает. Эх, я знаю, что здесь. Здесь нужен был челябинец. Нет, этот танк хорош, но если бы у него хотя бы был какой-нибудь перк, хотя бы защита элементарная, но у него же ничего нету.
Я без защиты просто езжу. Поменяйте босса и все, и будет мне счастье. Я не пойму, где он там стоит. Вот он едет. Ну. Все, отлично. Так, погоди, 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 погоди. Да куда ты? На. Отличненько. Ждем следующую партию камикадз. Она будет? Ага. Верхушка. Мы его подвели. Угу, там опять этот пулеметчик. Ну, мы его сейчас накроем. Все. В минус. И этого разбомбили. Он даже не успел появиться. На. Кусни пороху. 701 монета у нас. Еще 300 монет, ребята, и мы с вами сможем открыть либо новое поле боя, либо что-то там еще. Ага, и последний танк. И босс. Это у нас стрелок. Готовченко. Давай только не карателя. Давай что-нибудь другое. Да, блин, ну они карателя вызывают, ребят. Ну я не знаю. Ну что, он сейчас меня тут ушатает. Ты ушатаешь же, да? Или нет? А он что, он даже не ездит, что ли? Вот в чем у него, ребята, слабое место. Он не двигается. Окей. Сколько мы вообще там сундучков-то получили? Хоть в менюху надо выйти глянуть. Двигаемся дальше. Нет, не-не-не-не-не. Парень, постреляй в другом где-нибудь месте. Так, вы целенаправленно, да? Готов. Погнали. Потихонечку, полигонечку. Тихо. Тихонько, тихонечко, тихонечко. Ты чё? Ты чё, парень? Рамсульки-то со всеми, смотрю, попутал. В плане, я кого-то другого шлепа? Я думал, что... Оказывается, я другого кого-то там вдалеке шмякнул. Кого только непонятно. Так, это что за дальнобойщик тут у нас? Угу, ушатал. Пулеметчик. Ага. Красивенько. Так, двигаемся дальше. Так, опять. Ух! Он даже не успел ничего делать. Тихо, тихо, тихо. Тихо ты. Ну, ждем босса, друзья. Ждем босса. И кто же там у нас босс-то будет? Кто? Ага. Ну, с этим, ребята, с Патуном лучше действовать. Двигайся. С ним лучше всего, как обычно, ребят. Уходим. И издалека его лучше бомбашить. Это самый, так сказать, оптимал для нас. Он что-то... Ага, вот он двигается. Еще есть пока запал у нас. Пока он к нам не подвинется. Все. Распетрушили. Так, смотрим сундучок. Мы уже с тобой один накопили. Вскрываем и получаем. Так, слушай, две карточки уже есть. Нам еще одну, и мы сможем прокачать ему уровень. А прикинь, сколько здесь уровней-то, ёк-макарёк. Тут, наверное, десяточек не меньше. Наверное. Так, что у нас тут? Так-так-так-так-так. Дреб, вот дреб бы я хотел получить. Такой, неплохой, да? Из подписчиков кто-то мне написал, что вафли самый смак. Ну, может быть, я не спорю, вафли, наверное, да. Фига, у него и такое, еще и здесь дуло. А получи-ка ты эту вафлю вначале еще. Т-35 неплохо тоже, ребята. Но эти танки больше предназначены все-таки для ближнего боя. Хоть он стреляет и... Огнемет у него. Но зато, смотри, броня на максимум. Пушка тут вообще офигеть. Ну и двигатель тоже. Ладно, мы с тобой двигаемся дальше. Нам нужно... Ну давай еще хотя бы один сундучок. Вдруг нам выпадет карточка, и мы с тобой сможем прокачать наш вот этот вот танчик. Ага. Иди-ка ты в пень. Я сказал, в пень иди.
Я хотел сказать, я буду сейчас наугад бомбить, и этот вылазит тут. Получился ее? Так, пулеметчик. Там кого-то, кстати, еще одного бомбанул, ты понял? Я в этого пытался этого бомбить, а уничтожил кого-то другого. Ну, где еще? Еще 4 танка должно быть здесь. Бомбанул. Так, это опять плевака идет у нас, да? Мелкий. Да, именно он. Все четенько. Попадаю, слышно там звук металла. На! И последний вот. А знаешь, графика на что похожа? Как этот... монстр, как там называется? Зомби Форест, да? HD, такая же рисованная мультяшная графика. Погнали. А, босяцкий же, ёк-макарёк. Ну и кто у нас тут босс будет? Ага. Штурмаус. Ну, Штурмаус это фигня. Да... Давай, влупляем. На. Сейчас, ребят, он двигается. Ох, зарядил. В плане мы не попадаем. Должны попадать, он уже... Вот. И последний выстрел. Размотали мы его. Давай посмотрим. Нет, еще рановато. Надо еще победушку сделать, и тогда у нас появится сундучок. А боевые режимы, я так понимаю, мы за бабки открываем, да, с тобой? Новые. Так, их тут два сразу, прикинь. Вот один. Следом идет второй. Я вообще считаю, что вот этот танк какой-то беспонтовый, который стреляет чисто вверх. Ну, глупый. Хотя, может быть, кто-то фанатеет от таких танков, ребят. Он типа как зенитка какая-то. Ну, где же ты там? Слышишь звук металла? Слышишь, значит, мы попадаем. Вот этих вот ненавижу. Почему ненавижу, ребят? Ну, потому что он именно дулом может свою поднимать, опускать. То есть ему пофиг, куда стрелять. У меня, видишь, дуло зависит выстрел только лишь от местности. То есть сюда, поднимаюсь, буду выше стрелять, ниже спускать буду, прямее стрелять. Вот так вот. Так, опять плевун был. Был. О-о-о-о-о. Еще урон мне нанеси, гаденыш. На. Хотелось бы еще, конечно, новые какие-нибудь виды снарядов или что-нибудь в этом роде. А то я, видишь, просто стреляю обычными пульками. Так, а там кто-то есть. Понял. Там у нас танк хитрый. На. Сейчас забью. Ать. Готов. Это был последний, пошли к боссу. Босецкий уже ждет, не дождется. Сейчас глянем, кто у нас тут. Ага, отлично. Потом. То есть боссов тут только 3. Наверное. А, попадаем. Попадаем. И это мне нравится. Пока он там доедет, мы его разберем. Все. Прекрасно. Ну вот и сундучочек мы с тобой заработали. И смотрим. Блин, у нас все выпало на Челябинец, прикинь. Все наши награды. Ну да не беда, ничего страшного. Так, а в магазине есть что-нибудь? О, бесплатно, давай посмотрим. Итак. Ага, гем. Защита. А карточки не дали. Только через 3 часа. Так, ежедневное предложение, ну это танки, да. По скидосу, как я понимаю. Вот смотри, здесь можно прокачать. Ну это, видимо, прокачать мы можем. Показывать, что у нас, вот, на именно наш Челябинец. Тихо, ты подожди. Ну давай глянем, что мы можем ему вкачать. Вот. Слушай, ну неплохо. 3-го уровня щит. 3-го уровня щит, это очень хорошо. Можно будет даже, наверное, его взять, поюзать. Ну а почему бы и нет, да? Пускай будет. Ну что, друзья мои, давайте мы на этом с вами закончим сегодняшнюю серию и обязательно продолжим уже в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.